Всем привет! С вами канал Артмания. И мы приехали с Димой из больницы. Мы 2,5 недели жили в больнице. Этот ролик, как мы там были, как у нас что было, будет либо отдельно, либо в этом же ролике, или в соседнем, не знаю пока. Я снимала все на телефон. Получится у меня с телефона перебросить или там на телефоне смонтировать и выложить. Не знаю, как получится еще. Сегодня вот мы вчера вечером поздно приехали, и сегодня вот утро, мы дома, ничего нет у нас. Макароны вот эту вот с больницы привезли, там так и не поели. Дима, он жадно как кушать, не успела заснять, пока бегала за камерой. Жадно кушает, да, у нас новый стол, шикарный стол. Да, так, про эти таблетки тоже отдельным роликом, все буду рассказывать, все расскажу. Чуть-чуть попозже прям потерпите. Все, мясо. А была у тебя как сколько жидкости там осталось? Тебе теперь хлеб надо. Сейчас я хлеб тебе дам. Вот, а здесь такая красота. Здесь, смотрите, листочки лежат. Мы приехали уже поздно, уже было темно. Вышли из такси, темнотища. Ничего не видать. Быстро, потому что у Димы ослаблен еще иммунитет. Он прям вот после болезни, ему стало вот чуточку легче. И нас сразу выписали, потому что нельзя дальше там находиться. Там очень много инфекций разных других. Вот, а тут прям, как там классно, вообще шикарно. Все немножечко там повытаскивали. Холодильник, конечно же, у нас тоже полупустой. Особо ничего нет, только вот яблоки, помидоры, виноград. Такие вот. Сейчас. Масло вот мы привезли из больницы. Этот. Такие вот штучки, кстати, в больнице нам давали. Классные. Вкусный, такой вкус необыкновенный. Но они делаются у нас в Самаре. Самарские наши. Вот такие вот. Тут особо ничего и нету. Сейчас я тебе дам все. Тут у нас все так прибрато. Пока меня не было, мама приходила, все тут убралась, перемыла мне. Так, достала Диме хлеб замороженный. Ребенок у меня, смотрите, замороженный. Его можно в микроволновке размораживать. Сейчас мы проверим. 10 секунд. По-моему, в прошлый раз я размораживала, но все это прям... Очень быстро он разморозился. Прям быстро так вот. 10 секунд или даже меньше. Ребенку надо срочно помакать. Срочно. Так, где? А, нет, слушайте, побольше. Ну ладно, сейчас посмотрим. Зайка моя. Любовь моя, сладкая. Пока мама отошла, размораживая хлеб. Посмотрите. Я ему хлеб размораживаю для того, чтобы он там помакал. Вот ты ж так хотел помакать, Дима. Хлеб надо. Стоило мне отойти, он уже все выпил. А хлеб? А вот хлеб, чем он тут занимается 30 секунд? 40 даже секунд. Все, он почти готов. И что, зачем я его размораживал тебе тогда? В прошлый раз было лучше, но это, может быть, он уже лежит давно у нас в морозилке. Но, кстати, сыром. Очень удобно. Сыром есть или хлеб? С чем? А, с сыром? А сыра у нас нет, у нас с тобой ничего абсолютно нет. Пустой холодильник. А хлебом так запахло, обалденно. Свой домашний, кстати, очень удобно. Мы обычно не съедаем, я пол хлеба замораживаю. Тут там укладывай хлеб. Ну, макай, раз надо. На. Зачем я два раза... А, нет, у меня были слеплены, точно. Дима очень сильно похудел, пока мы лежали в больнице. И, конечно, да. Да, это будет отдельный все-таки ролик, я расскажу, потому что там история такая очень замудренная, очень-очень длинная. Это лучше всего будет отдельным роликом. Скорее всего, эта история, конечно, получится минут на 20-30 точно. Потому что я хочу рассказать вам все прям с самого начала, на тот случай, если у вас было там что-то такое подобное. Это, не знаю, может быть, на днях, в ближайшие дни, потому что сегодня у нас просто куча-куча дел, нам надо готовить еще, да? Зайчик мой, нам надо еще готовить. Ты тарелку-то поближе к себе подвинь, что ты ее... Вот. Стол тут такой, он как будто ребристый такой. Ну, такой, это прям фактура дерева, прям шикарный стол. Да, я вам стол, наверное, даже не показала. Такие у него ножки, у него, кстати, ножки металлические. И за счет этого он вообще не шатается. Это прям просто прекрасно, его протираешь, и ничего здесь не скачет.
То есть предыдущий стол у нас был, ну, сейчас завалено тут, потому что я ребенка быстрее хочу накормить. У меня очень худенький уже стал, чтобы вот хоть что-то ему там попало. Вот ты хлеб-то так не набрасывайся, тебе сразу много есть нельзя. Давай, все, поел чуть-чуть. Мы кушаем по чуть-чуть, потому что Дима очень-очень плохо ел. Господи, в школе, на работе, мне все перед в больнице. Очень плохо ел, очень мало ел. И сейчас я его не хочу нагружать желудок, по чуть-чуть хочу. Вот, запивай водичкой. Конечно, с тобой ничего у нас с тобой нету сейчас. Вот, да, и стульчики у нас тут приехали. Блин, они такие шикарные, они такие классные. Такой стол классный прям. Он большой, кстати, он прям шикарный, большой. Тот стол, вот предыдущий, когда вот протираешь вот так тряпочкой, он ходуном просто вот так ходил. Это было что-то невозможное. Меня это так бесило, прям ужасно. Да, ты теперь будешь играть на столе. А этот вот вообще, ну хотя вот, если вот по бутылке заметить, вот она шевелится, но все равно вот не настолько. Тот прям очень сильно ходил ходуном. То тут прям вот металлические штуки. Металлические вот они. Прям, но она не полностью. Я думала, она и там полностью. Но все равно. Вот это вот все металлическое. Так, это уже тебе будет с маслицем, Дима, потом. Не надо перегружать желудок, иначе тебя будет тошнить. Будет тошнить, потом появится рвота. И потом все заново. Не надо. Ну, стол я вам попозже еще покажу. Он такой фактуры. Я обожаю просто фактуру дерева. Он просто, я его просто прям обожаю, этот стол. Ну, так же, как, в принципе, кухонная гарнитура. У меня тут тоже такая же фактура дерева. Вот. Ну, сейчас немножко, конечно, у меня уже завалено, потому что все тут стараешься. Быстрее приготовить, быстрее накормить ребенка, чтобы он дальше не худел, потому что он очень сильно похудел. Все, иди. Боюсь. Это Диме заняться нечем. Мама сейчас будет готовить, достала. Куриной грудки, оказывается, у меня нету. Я забыла. Какая-то курица есть? Ну ладно, будет пока из нее супчик. Наверное. Посмотрим. Потому что заказ еды, пока мы сделаем, пройдет время. А здесь, видите, у меня такое безобразие. Это вот как раз для Димы. Для Димы. Тут таблеток у меня нету. Когда я чем-то занята, ребенок рядом со мной сидит, и ему, как правило, заняться нечем. Вот, и тут у меня есть полка, не помещается, есть такая полка, где лежат разные игрушки такие вот, причиндалы, о, там даже, смотрите, ну это я оставила, чтобы прессовать, она интересная довольно такая вот, ее надо куда-нибудь убрать, мешок у меня тут, сейчас тебя откроем, вот такие вот всякие, о, что-то такое, не знаю, чего. Вот. Вообще, что-то такая погрязнела. Держишь? Кстати, эксперт волос я пила. Там пусто? Пусто. Пила до того, как с Димой попасть в больницу. Я пачку пропила, и в итоге это попали в больницу на 2,5 недели и прекратила пить. Волосы опять выпадать начали чуть-чуть. Вот. Ну, не знаю, заново что ли начинать. Теперь заново начнешь опять. 1500 на них уйдет, не знаю даже. Надо думать. Если пить, надо, наверное, если пить, мне кажется, надо покупать сразу 3 пачки разом. Чтобы потом, если вдруг что-то произойдет, уезжаешь, сразу берешь с собой пачку. И все. А так получилось, что у меня там осталось что-то на 2 дня. И просить покупать кого-то я уже не стала. Не люблю, честно говоря, когда мне покупает кто-то что-то. Мне как-то ощущение вот этого, как должна. Кому-то что-то. Люблю сама покупать. Где? Колёбочка, да? Сейчас я допью кофе, посижу, распросонимся. У нас время 9:27. И будем с тобою кулинарить. Ням-ням. У нас обед настал. Мы тут готовили. Такой суп у нас получился. Там зелень, но пахнет, кстати, солянкой какой-то, соленым огурцом пахнет, хотя их там нету. Там, чуть-чуть у нас даже с яблочком сегодня необыкновенный суп с мясом, куриное мясо. Грудки, конечно, у меня не оказалось. У меня были крылышки и спинка. Не роняй. Время у нас 12:30, но у меня ребенок начал плакать. Еще все равно немножечко слабенький.
плакать начал, мясо, мясо, есть хочу, есть хочу. И вот я говорю: Дмитрий Евгеньевич, пожалуйста, кушайте. Это, обед, обед подан вам, пожалуйста. Что? Что ты рассматриваешь кругом? Тебе опять чего-то не хватает? А, любовь моя, ароматная. Тебе опять не хватает чего-то? Скажи, вы там смотрите, смотрите, я кушаю. Я кушаю, скажи. Вы там смотрите, смотрите. А? Там яблочко тебе попало? Или не попало? Там, кстати, еще где-то морковина. Ты что? А, он мясо выбирает. Нету яблочки. Есть, там все есть, я вижу. Нету яблочки. Вот, видите, какой он стал у нас капризненький. Плохо еще себя чувствует. Вон оно, ешь. На ужин у нас сегодня, смотрите, перепелиные яички. Штучки две я сейчас сыну дам. Знакомство с яичками? Перепелиными, да, сына? Сын их первый раз увидел. Это чистится. И сразу не чистится, да? Надо просто там подцепить немножко. Там найти, где у них мягкое местечко. И вот она, смотри, она прям хорошо должна, по-моему, чиститься. Угу. Твоими-то вот, кстати, маленькими пальчиками, мне кажется, очень хорошо получится чистить. Потому что я помню первый раз, когда я очистила его. У меня там не получилось. Вот, короче, мы тут кушаем. Бутерброд с маслицем. Колбаска вот такая вот столичная, охлажденная. Очень вкусная. Но она разрезанная вот продается. Часть маме отрезала. Обалденно вкусная такая прям. По-моему, там как раз написано... А колбаса сырокопченая, вот прям вкусно. Не каждый раз вот так вот попадешь именно на колбасу сырокопченая. Написано там сырокопченая, а когда ее ешь, понимаешь, что какая-то ерунда. Все, яйцо. Чего? А, ты хочешь второе тоже почистить? Подцепить тебе давай. Подожди. А там они внутри, он какие. Через камеру особо не видно. Они такие, как будто нежно-зеленые. Такие морского цвета. Светло-морского. А там какие? Там белые, что ли? Который побольше яйцо, он, наверное, внутри беленький. А вот тут плохо чистится, да? Зимочка у нас прям голодный-приголодный. Хочет съесть все-все-все-все сразу, как раньше. Но нужно кушать по чуть-чуть. Потому что там плохо очень кушал. Там мы ели частями. Ту еду больничную не особо ему она понравилась. Там в основном каши рисовые давали, манные. Те каши, которые как раз-таки дома мы не едим. Ну, рисовую не особо. Гречку он любит, но ее редко, естественно, давали. Геркулес он любит, но геркулес там был с кожурками, последний попался, жесткий какой-то. Он даже есть не стал, я не стала ему впихивать ее. Ну, подавится ребенок, не дай бог, еще этой кашей. Видимо, попалась какая-то каша. Все, откусывай. Ты весь-то в рот зачем? Ничего себе. Запивай водичкой. Я думала, ты сейчас откусишь вообще-то. Вот, настоящий мужчина, как ест яйцо. Чего, проживал, что уж так быстро? А, ну вот, маленькая откуси. Покажи, какой там желток. А там желток больше. Большой довольно. Ну, перепелиные яички-то какие. Баба принесла нам. Вкусняшки, да? Ням-ням-ням. Пожелайте нам приятного аппетита.
Да? Тебе желток важнее, по-моему, да?